Что, Рафаэль, готов? Я жопу приготовил. Ай! Подожди, надо энергетиком закинуться нахуй. Нихуя у тебя энергетик. Да. Я уже второй один выпил, блядь. Все, пизда тебе, Рафаэль. Все, пизда Рафаэлю. А, зверинчик. Бомба. Так, погнали. Арман без разминки, без нихуя. Смотрю, что будет делать. Ген. Ну, пару тех Рафаэля разменется, там видно будет. Не получилось у него подвинуть. Рафаэль на новый раз. А, первый игрок на хаосе. Кстати, та же страта. Такая раскраска у Орма. Первое отличие сразу второго раза. Ну что ты пробуешь? Ёбочки уже пошли. Нормально, что не понял. Пошла грязь в моем пистоле. Полетела. О, добрый вечер. Посмотрим, додумается или нет. And the tempest, Emperor, deliver us. Seraphim, bury on top squad. And the lighting, and the tempest, Emperor, deliver us. От неопытности его эти может проебаться. Два чарджа потратил. Ну, окей, Арман тут захватывает, тут застрел до сих пор. Регена вышел. Окей. Не загрыжено. Синего влияния мало. Сложно 18. 57 на 9. Окей, ладно. Видишь, ну, одну синюю. Достроить еще-то. And the tempest, Emperor, deliver us. I remain pure. Карта. Еще не так критично. Две, три. Ладно, три уже стрелы и золотого. I serve the sister. We are taking fire. Ой, вот это фу. Он что, два раба потерял? А, нет, это ГГ. Это было отлично. Раб 75 стоит вроде бы. Конечно. I serve. By the Emperor's light, I lead. Смотрим, во что сможет Рафа выйти. Ой, the lighting and the tempest, Emperor, deliver us. Пачку. Это застраивать надо. Прыжок. И подноси, подноси, подноси. Ай, нет. Это вообще.
помогать мне. За плюс, плюс за командора. Ну, еще не может командора пойти. Бля, видимо, что нужно за командора. Кингстон, если есть. Еее. Ой, блядь, раскид не кем. После раскида. Одну свел. Окей, сойдет. I place my faith in the Emperor. We know our place. Хорошо, это подумал, молодец. Заградил тут. Блять, тут точка. Я подскажу. Арман, на базе точка одна не застроена. У тебя ее могли отнять. Твою мать. Да, вот это самый главный минус. И рабов потерял минус, а так молодец. Я даже хвалю. Давай. And the tempest. Emperor deliver. I remain pure. Здесь еще урон. Ну, они его должны разобрать. In the Emperor's name. In the Emperor's name. Рафаэль, у тебя минус флаг. На реликте. Турку отменять надо. Бля. Сейчас плохо будет. Ебать взрыв. Охуеть. Ты даже не знаешь, что он тут нет. Всё. Не снесёшь. 6 minutes until take and hold victory. Рафаэль на тренинге. И то, на этой раз мало играл. Все равно. Присоедини. Ряд меньше урона. Ладно. Не захватывай. Ну тут вот это пиздец. Две турки. Зачем? Ну, можешь захватывать все равно фидет. Я почему-то тупит кое-кто на фейл. Только знаю. Ударь. Молодец, Артур. Что-то помнит. We are taking fire. 600 синих. Реализовать бы их. Лейте Арман не справится. На старте молодец, например. Да не, командор, это зря. Ты стан что ли прибыл? Что давай не стоит? Гранаты появились, пизда. Ой, сейчас на мины видят. Да это красиво. Ба. Минус пальчика. Еще и по турке подвел. Ну ты знал, что там турки? Мини пришли. Плазма появилась. Минус один. Бам. I place my faith in the Emperor. Окей, молодец. Молодец. Страхом. А тут жертва не думается. Emperor deliver us. Рафаэль, подсказка тебе. У нее плазма пистолет, лучше в рендж переведи командора. Да, она больше дамажит. Ну фокусы, командора, фокусы. У тебя завязаны гранаты. О, вот это... Ой. Ой-ой-ой, её дамакс. Не дамакс, а качал. Ладно. Стан. Хорош, Арман. Угрызается. Контролить умеет, Арман.
Тут просто вот этот ГГ, тут еще грейды идут, вот это такие. Куда суваться? Стандарт. Или нет? Дашь там урон? Команда танчит, тут просто старт делаем, а так нормально здесь. Арману просто тренинг надо было, все бы нормально было. Может, их и не стоит грейдить против Дарк Эльдара. Мечира покачал. Ну ее не надо было. Устраивается, обрезается, молодец. Тут этих пушек нет. Рафаэль держит таймер. Ауру вкачался. 3 minutes until take an old victory. Что там по энергии у этого урофа? Ну, мало. Веры, то есть, мало. Чинит, молодец. Окей, вот третий флаг. О, Рафаэль, у тебя что за простой? Почему так? Что-то ты, блин, не так... Т3, машин пит, ты почему не призвал? Где робот или что-то еще? Ну, Арман это я организую. Ты не пробьешь уже. По крайней мере, милишники нужны были. Вот эти должны были танковать. Арман, справа подведи ближе крылатых, там не все дамажат. Это... Еще ближе. Бля, пизда, вы шо ебанулись, дядя, блядь? Да-да-да, у тебя просто пушки слишком далеки. Подерись с юнитами в дамаг, посмотрим. Он хил включил. Ну там два командора, ослепление он кинул и вяжет. Ну короче, там на видео, если что посмотришь, ты без практики, сразу видно, а так молодец, и летающих подконтролил, и там погрызался. Просто, короче, тобой позаниматься надо было немного. Ну ничего, в целом нормально, меня очень даже устраивает. Ну можешь ГГ писать 20. И Рафаэль еще таймер минуту поставил, уже таймер остался. Да, я вот за таймером сейчас следил нормально, но он что-то прям резко.
пост поставил, мои мандрейки не справились. Рафаэль не супер играл, но ты просто видно, что прям не готовый. Но что клацать, ты мог поклацать и посоревноваться нормально. Сколько Эдвард ты бы поделал, и ты мог вполне, может даже лучше Эдварда теперь. Тут Рафаэль вот когда две турки поставил, там уже почти ГГ. Yeah. Станы решают пиздец против этих серафимов. Да. Станы этого пиздец решают на его. И момент ты не знаешь. Ну это я сам сегодня только узнал. Рафаэль, он ливнул уже. Когда командора и одного и второго добавляешь, считай бабочку на отряд даешь. Понял? 20% шанс зарезистить урон. Ну еще плюс моральку. Хуеть. Да. Yeah. Сам сегодня только узнал. Короче, все нормально, тебе надо просто потренироваться. Ну, игра есть игра, все, ГГ. Угу.